Прямо сейчас, когда идет набор на мой марафон «Здоровые суставы», я получила несколько вопросов на одну и ту же тему. Зачем нам приобретать весь набор эфирных масел для этого марафона, если речь идет только о больных суставах, и нам может потребоваться только один вид эфирной смеси, это Deep Blue, о которой вы рассказываете в своем видео. Речь идет вот об этом видео. Отвечаю на этот вопрос. Зачем нам полный набор эфирных масел под названием «Семейная аптечка», когда речь идет о лечении суставов? Если, предположим, у вас болит коленный сустав, то воздействуя только на этот коленный сустав, будь то мазь, будь то эфирное масло, мы не добьемся конечной цели. Конечная цель в лечении любого заболевания – это полная ликвидация этого заболевания, хотя все понимают, что это вопрос не быстрый, но тем не менее через облегчение симптомов проявления этого заболевания и через ликвидацию причины этого заболевания мы выходим на излечение, избавление от данного заболевания. Если же мы воздействуем только локально, то максимум, чего мы можем добиться, это облегчение боли на какой-то незначительный период времени. От часа там, до нескольких дней, но не более. Но целью моего марафона является не просто избавление человека от боли. Я ставлю гораздо более обширную задачу. Я хочу научить людей, как можно самостоятельно избавиться от заболевания, воздействуя на причину. То есть работая не просто с последствиями, а с глубокой причиной, которая лежит внутри нашего организма. Так вот, причиной, в принципе, любого заболевания, а не только с проблем с суставами, лежит системное нарушение, то есть сбой в работе нескольких систем. У нас все системы между собой взаимосвязаны, поэтому не бывает так, если одна система хромает, а все остальные здоровы. Обычно нарушение в работе какой-то одной системы влечет за собой нарушение в других системах. Поэтому суставы, больные суставы – это нарушение всех систем в общей сложности. Это нарушение пищеварительной системы, выделительной системы, нервной, иммунной и так далее. И в этой коробочке мы имеем ответ на вопросы, относящиеся к сбою в работе абсолютно всех систем. Мы имеем масла, которые отвечают за нормализацию иммунной системы. Мы имеем масла, которые отвечают за нормальную работу пищеварительной системы. Мы также имеем здесь эфирные масла, которые работают для поддержания выделительных систем и так далее. То есть наша задача – это комплексный подход, работа в общем и целом с организмом на уровне клеток. И именно эту цель преследуют эфирные масла. Это работа на уровне клеток. Это клеточное обновление, регенерация, если хотите. Это работа не с последствиями, точнее, не столько с последствиями, сколько с причиной. Вот для чего нам нужен полный набор эфирных масел. И логично размышляя, можно все-таки догадаться, что когда мы знакомимся с каким-то одним эфирным маслом, такого просто не может быть, чтобы это знакомство ограничилось только с каким-то одним видом. Потому что применяя даже один вид масла, можно убедиться в том, что это вещество, эфирная смесь, работает очень быстро.
И когда человек в полной мере ощущает на себе все результаты вот этого быстродействия, вот этого молниеносного эффекта получения положительного результата при помощи какого-то одного масла, само собой разумеется, что у него сразу же появится интерес и к другим маслам, потому что, как я еще раз хочу подчеркнуть, если больны суставы, то это всегда еще есть какие-то больные органы. Больной кишечник, проблемы с органами пищеварения, проблемы с кожной системой, с иммунной и так далее. У меня есть возможность взять некоторое количество человек, а именно 4 человека, в этот марафон без приобретения этого набора семейной аптечки. Но это только потому, что я могу пойти навстречу людям, у которых просто нет сейчас средств, чтобы приобрести полный набор масел. И я предлагаю им приобрести всего лишь один флакон Deep Blue и мазь из пчелиного подмора. И на этих условиях вступить в марафон без приобретения полного набора. Но я могу это сделать только для 4 человек, поэтому если среди вас есть такие, пожалуйста, напишите мне о вашем желании. Мой контакт вы найдете внизу под этим видео. Надеюсь, я ответила на вопросы сомневающихся людей в том, что приобретение базового набора эфирных масел Дотерра – это не моя прихоть, это не желание отнять у вас ваши деньги, это исключительно желание помочь вам избавиться от вашего заболевания.